мероприятие оказалось головы на 4 выше, чем я рассчитывал. Мероприятие, ну, оно бомбезное. Сегодня просто творилось какое-то полное безумие. Серьезно, я на таких мероприятиях еще не был. Я не думал, что я вот просто во всем этом поучаствую и что сегодня будет столько много мототехники, которая выпускает клубы дыма. Я просто очень большой любитель картинга. Попали вот прям в десятку. Очень круто. Больше всего мне запомнилось это дрифт, который я тут первый раз посетил. Я вообще был удивлен. Это было круто, это классно. Просто, я в шоке, я такого не ожидал.